Facebook и Instagram сообщили о введении запрета на сделки по покупке и продаже огнестрельного оружия частными пользователями в соцсетях. Сообщается, что продавцы, обладающие лицензией, сохранят право рекламировать оружие на виртуальных площадках компании, однако сделки должны будут заключаться без их использования. Отмечу, ранее фирма Марка Цукерберга уже ввела для пользователей Facebook и Instagram запрет выставлять на продажу в социальных сетях марихуану, лекарственные препараты и наркотические вещества.